Депутат Государственной Думы Роман Терюшков и секретарь Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ужицкий проверили личный прием граждан. Елена Вологурова пришла узнать сроки и этапы возведения поликлиники в Октябрьском. 2 года назад жители округа обратились к Роману Терюшкову с просьбой построить в поселке современную поликлинику для детей и взрослых. Обращение взяли в работу. Поликлиника, которая сейчас стоит и принимает наших жителей, и больше века. И, конечно, эти наказы были услышаны. Мы включили их в народную программу партии «Единая Россия» вместе с правительством Московской области и по поручению нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева включили этот объект в государственную программу. Сейчас у нас завершаются уже проектно-изыскательские работы. Мы на выходе получения экспертизы. К строительству приступят в следующем году. В 2025-м поликлиника на 500 посещений в смену примет первых пациентов.